Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Volkswagen Polo 2011 года выпуска. Объемом 1,6 литра CFNA. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркирует с термопломбой индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.